Взяли новую квартиру. Разводка у нас сантехники по потолку пойдет. Батареи по полу. Здесь мы возводим стяжку, стены, штукатурку и так далее. Есть у нас балкон неутепленный. Окна выходят на детский садик, школу. Как у нас распашонка, кстати, у нас здесь отличается. Здесь у нас колонна раньше была, здесь нету. Это более как раз свободная планировка уже какая-то. Выход хороший на окно. Вот тут на дачный, и вон там вот в пустырь. Такая чистая площадка. Вот. И вон там у нас дом еще будет. Вон первый дом, и за ним еще. Там еще две квартиры. Всем привет, меня зовут Ростислав, я руководитель проекта «Строй вместе». У нас новая квартира, ну как новая. У нас уже здесь на проекте высотная 9, у нас здесь 4 квартиры уже. Вот, ну ладно, смотрите, у нас по стандарту что мы делаем? Заходим на квартиру, принимаем стройматериалы, блоки 75-е, штукатурка, только ротбунт используем. Сначала мы грунтовкой проходим, потом бетонным контактом, швы, которые щели остаются там, дырки, запениваем. И после этого ставим маяки и штукатурим. Вот, как вы видите, все, мы уже здесь по периметру все штукатурим. После этого, когда у нас уже ровные стены, мы ставим по 90 градусов перегородки, там, допустим, под ванну, и уже 90 градусов. То есть у нас все четко получается. Также в спальне будет. То есть самый лучший момент, я поделюсь с вами опытом, то есть заходим на квартиру, штукатурим по периметру сначала все, а после этого уже возводим перегородки. Просто от этого у нас более четче становится проект. Когда мы возводим, ну, в скетчапе мы вообще чаще всего делаем технический проект. Вот, и после этого у нас все четко получается. ЖК Домодедово парк. Вот, везде по-разному вот эти стоят, вентиляция. Где-то здесь, где-то здесь. Вот, не знаю, вот кто застройщик, как так ставите? Ужас. Но, единственное, вот именно в этом доме, это высотная 9, вот вы удачно поставили, потому что как раз у нас здесь станет инсталляция, и вот это все закроется коробом. То есть вот у нас здесь туалет станет. А в некоторых моментах, наоборот, оно где-то вот здесь вот стоит. И как вот его обыграть? Вот до хрена узнает. Офигеваю. Вот это вот хороший проект. Вот предыдущая квартира, вот посмотрите. Ой, как мы там будем что-то выдумывать. Ужас. Вот, ну ладно. Начинаем работу. Посмотрим. Все, погнали. Монтируют. Закончили мы ремонт. Смотрим, что получилось. В принципе, квартира почти одна и та же, поэтому идем на следующий объект. Не, ну а что, если ремонт хороший и материалы подобраны со вкусом.